Hey guys, how you doing? Assalamu alaikum. Kefarik. Salam. Kao laisen. Hola. Como estas? Ciao. Como estai? Bonjour. Como se va? Vitam. Shishani. Ni hao. Konnichiwa. Sawati. Welcome back to my channel, guys and dears. Oh yeah, we are back with another video reaction. From the man from Kazakhstan. The legend. The voice. Best vocalist in the world. Dimash. Now this one will be very different to what you've seen before. Him singing, of course, with the one and only Igor Potoy, amazing guy. But this one, it's like a little short movie, like a little skit, quite a funny one. So can't wait to get stuck in this one. Makes change. So it's all new for me. This one, never seen it before. So looking forward to it. By all means, let's crack on. Mare bella donna è un bel canzone, sai che ti amo sempre amo. Quattro the hair. Donna bella mare, credere cantare, dammi il momento che mi piaci più. Uno 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 accoppimento. Sacramento, Mare bella donna, стоп, еще раз. Ай, кентямо, сенти, прямо, еще раз. Те не пьячи пью. Шикарно. Просто пой, Димаш. Идеально. Остается. Вот это все у нас уходит сюда. Так, давай невидимочки еще. Ну ты. Actually suits him, yeah. Еще повыше? Да. Тогда все-таки меня это не так? Ну да. Давайте так, чтобы в игре очень могла мандарина быть под грифом гитары. Да, да, да. Так. А что это вы тут делаете? Песня для Лаяковлевны изучила. Песня для Лаяковлевны разучила. Еще разочек. Я еще не могу столько пить. Тебе и не нужно пить. Ой. Тебе и не нужно пить. Ты пой. Пой, Димаш. Да, отлично. Вот то же самое сейчас. Уна, 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 мама. Отлично. Алло! Это продюсерский центр Игоря Крутого? Не Игорь Яковлевича. Алло! Да. Ой, Игорь Яковлевич, здравствуйте. А вы до какого часа сегодня работаете? Говорит одна артистка. Нет-нет, мы не знакомы, но я очень-очень хочу познакомиться. Я просто без ума от вашего творчества, особенно то, что вы делаете для Николая Баскова. Так, значит, и четырех будете. Я вам еще обязательно позвоню. Я очень-очень настойчивая. Жду. Живут же композиторы. Влекут ли мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые, так это старье. Новая песня для Димаша. Я люблю, когда есть ты рядом, я без тебя я не могу прожить и дня. А, музыка отстой, а стихи монументальные. А, ну это же Гуцериев. Дорогие товарищи композиторы,
храните свои произведения в ячейках Сбербанка. Если они, конечно же, у вас есть. Специально для Аллы самый популярный дуэт современности вывел свою формулу любви. Фарисоны. Ой, а что это вы тут делаете, а? Песню для Аллы Яковлевны разучил я. Хочешь послушать? Для Аллы? Конечно, хочу. А чего же не послушать-то? Тогда приходи, когда стемнеет, на сеновал. А чего же не прийти-то? Приду. Только уж и вы приходите. А то давеча Димаш позвал, а сам не пришел. Так она не одна придет, а со своим хоккеистом придет. А зачем нам хоккеист? Нам хоккеист не нужен. Маре Беладонна, эон бель канцоне, сае кентиамо сенприамо. Донна Бела Маре, кредере кантаре, дами моменто, ке ни пячи пью. Это песня об удивительной женщине, которая родилась в середине февраля. Но день рождения празднуют в середине марта. Поэтому друзья решили подарить ей календарь. Алла с итальянского переводится как «сестра Игоря». Сегодня мы все поднимаем бокалы и пьем за тебя. Потом снова наливаем и пьем за тебя вместе. Снова и на брудершафт. Потом мы целуемся и снова пьем. Игорь Игоревич, я не могу столько пить. Тебе и не нужно пить. Ты пой. Просто пой, Димаш. Una capimento, o sacramento, sacramento, sacramento. Mare bella donna, è un bel canzone, sai che ci amo, sempre amo. That's cool, that's good. It's nice to see different side to Igor Kotoy. See, is he enjoying himself, having a laugh, or he's a funny guy? I didn't know he's that funny. He's a funny guy, but it's nice seeing their chemistry between these two as well, because they're very close, you can tell. But I like this little skit. It's really funny, really, really funny, with the wig and stuff. Oh man, it's really funny. That was. Now it's really good to see different side of artists and composers, all famous people, to see different sides of them. Rather than just being serious, that's what I like, you know. You should do it to all artists, you know. Have little behind the scenes or little short skits like this. It's really good. Oh, it made me laugh, that was good. I don't know who the other guy was, though, you know, rummaging through Igor's office, you know, looking through his papers and that. He's a funny guy as well. That woman, I don't know who she is, but she's bloody gorgeous. Oof, eyes on it. Damn. That's really funny. It's really cool. Have you found it funny? Or enjoy the video, please let me know, yeah? Leave a like in the description. Leave a like. That'd be great. Good for the channel. And don't forget to subscribe to my videos, alright? Hope you enjoyed it. Don't forget to subscribe, like I said, because that'll be really, really helpful. More videos be coming your way, 100%. Look after yourself. Look after each other. And God bless. And I'll see you in the next one. Assalamu alaikum.